Во время учебы в Люберецком ремесленном училище Юрий Гагарин был отличником. Кроме того, он вел общественную работу. Ребята выбрали его старостой группы и старшим по комнате общежития. Юре выдали одежду – фуражку с рабочей эмблемой, гимнастерку, брюки, ботинки, шинель и ремень, на пряжке которого были буквы РУ – ремесленное училище. Юрий сфотографировался в этой форме и снимок отправил родителям. По сравнению с послевоенной жизнью в деревне, условия в училище Юрия казались райскими. В конце 40-х годов воспитанники были на полном государственном обеспечении. Их кормили 3 раза в день. Жилье и форма были тоже бесплатными. В музее Люберецкого техникума хранится форменная фуражка Юрия Алексеевича. Ее в дар музея передала мама космонавта. В марте 1970 года Анна Тимофеевна приезжала в Люберцы и посещала музей имени своего сына, имени Гагарина.